Державна прикордонна служба продовжує системну роботу з виявлення осіб, які порушують законодавство, незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Черговим порушником виявився оператор телеканалу «Росія Тудей», громадянин Російської Федерації. Іноземець 1971 року народження слідував нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску Кучурган Одеської області. Чоловік заявив, що планує транзитом проїхати з Молдови до Росії. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з'ясувалося, у подільських прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого Криму. Я работал на телевидении, сейчас работаю там фикс. На телевидении вы кем работали? Оператором. Оператором? На каком телевидении? Что за канал? Ну, Russia Today. Russia Today? Угу. Где ездили, где бывали? Что снимали? Да я в основном как бы по месту. Поездных никаких компаний не было. Вы помните, да, что у нас все проверяется? Ну, все, конечно, проверяйте, я чего. Донецк, Луганск, Крым. В Крыму был. Когда были? Ну, я, ну, честно говоря, честно, все давно это было, я не помню. Так, как был? Ну, это уже я туда приехал, когда туда уже вошла Россия, ну, как бы, уже была Россия. То есть вы по работе туда поехали? Да, да, соответственно, да. Ты вообще оператор? Да. А как долго вы там проработали оператором? Ну, может быть, я там пару недель был, все, объехал. Я должен был догадаться, что вы должны были меня вот так же проверять, потому что, может быть, я не знаю, есть какая-то информация. Вы были на оккупированной территории Крым. Этим вы нарушили требования части 2 статьи 10 закона Украины про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, и порядок въезду на временно оккупированную территорию Украины, и выезда из нее. Вам отказано во въезде мною, и вам вынесено решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.